Приветствую вас, друзья, с вами Бер. И это видео про то, как попасть в Запределье, друзья мои. Запределье. Эта локация была добавлена в обновление The Burning Crusade. Конечно же. В конце 2006 года, ближе уже к 2007. Ну что про нее рассказать? Я не особо сейчас буду про нее что-то много рассказывать. Просто хочу сказать, ответить на вопросы тем людям, которые задаются, как сюда попасть. Итак, это видео будет как попасть за пределы для Орды и для Альянса. То есть, меня пустило здесь с 58 уровня, но кто-то говорил раньше... Ой, что-то не работает. Ну, кто-то говорил раньше то, что... А, жардынцы, лол. А кто-то говорил раньше то, что нужно, можно только с 60 уровня. Да, что-то я по привычке к орде приперся, лол. Вот, а можно с 60 уровня сюда попасть. Итак, Запределье это, ну вот, полуостров Адского Пламени, собственно говоря. По карте можете его найти, да. Мир, есть вот Азерот, основной наш мир, а есть некое Запределье, да. Вот, ну давайте-ка Альянсу подойдем. То что-то я по привычке к орде приперся, лол. Это как в момент в том фильме. Кто-нибудь смотрел, если этот, Бойный футбол, там это... На ворота, когда не на те встал, вратарша. Это вообще был угар, конечно. Ух ты, левелапы. Я качаюсь на пиратке, поэтому ничего тут этого необычного нету. Я думаю, на офе тоже ничего не изменилось, то же самое сейчас. Окей, давайте вернемся к Альянсу, Штормград. Итак, вот, друзья мои. Так, секундочку, я не пойму ничего. Так, это... Так, стоп, что-то я здесь впервые, друзья мои. Именно в этом месте. А, все, вижу. Кристаллик тут есть. Спасибо. А, все, что-то я тупанул такой, лол. Вот, друзья, я вот здесь же был, на самом деле. Так, запутано все. Так, друзья, для Альянса, окей, показываю, объясняю. Последний раз. Вот он, собственно, наш портал. Постоянный в выжженные земли. Короче, вот, смотрим карту. Штормград наш. Город, главный город Альянса. Собственно, вот он находится, Восточный Королев. Штормград, да. И заходим в город. И идем в портал магов. В квартале магов будет самая такая большая башенка. Она вроде здесь даже единственная. Я особо по кварталу не бегал, но ничего не могу сказать. Потому что я не за мага играю. Итак, вот как попасть за пределье. Просто заходите в эту башню, поднимаетесь на нее и жмете шестереночку. Вот меня пустило с 58 уровня, вот сюда. Но знаю то, что на других уровнях, скорее всего, может не пустить. На низких уровнях. Так что... А, может быть, выжженные земли вам получится телепортироваться. Вот особенность. А вот именно в Запределье, скорее всего, может быть, и не получится. Так что у меня с 58-го и туда попал. Так что вот, друзья, примерно с этого уровня можете... Если кто знает точно, с какого уровня пускает, напишите в комментариях обязательно. Окей, сейчас еще раз зайдем туда. Надо пробежаться, а то тут орды дофига. Могут убить нас. Так прикольно, кстати, да, так в портал. Я все удивлялся, такой массивный, красивый, большой. Окей, вот все, мы попали, да, куда нам надо. Да. Собственно говоря, мы там, где нам надо быть. Все, мы в Запределье. Окей. Теперь, сейчас расскажу, как Орде попасть. Итак, друзья, вот я за Орду. И вот, собственно говоря, через Оргримар можно попасть... Из локации Аллея Духов. Собственно, все просто на самом деле. Здесь ничего сложного нет. Самый большой город Орды. Вот Оргримар. Заходим. Аллея Духов. И, собственно, тут тоже поднимаемся. Тут будет такой портал. Абсолютно такой же, как у Альянса. У нас тоже такой же он. Здесь он расположен. Красивый, кстати, прикольный такой. Так нарисован. Интересно, все это круто делал. Даже не верится, что графика какого-то там хрен знает какого года на самом деле. Окей, жмем на это. Нас опять же таки портируют не в само Запределье, а именно в выжженные земли. Сюда можно, кстати, добраться пешком для любой расы. Но для этого нужно обижать тут целую кучу локаций. Сами понимаете. Вот. Так что, друзья мои, сейчас зайдем.
для Орды. Тоже покажем то, что все работает. Здесь тоже есть свои чудики бегают. Тут нам ПВП могут устроить. Вот, друзья. Также для Орды. Я с 58-го за Альянс зашел. И вроде за Орду также может зайти. Так что, друзья, знаете, что вот как попасть за пределье. Ответ лежит на поверхности. Он вот здесь. Все, можно вернуться также обратно в Аргримар. Все, друзья. Я думаю, на этом все понятно и ясно тем, кто хотел узнать, как же попасть за пределье. Я показал. Окей, друзья. Всем спасибо. Всем пока. Да, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч.